моя профессия называется художник-моделир. Занимаюсь я буквально разработкой дизайна вообще полностью, не просто вот, скажем, сценического, еще и индивидуального. Подход у меня к каждому человеку отдельный, то есть мы не работаем шаблоном, а получается, я начинаю изучать человека, клиента, который ко мне впервые приходит, изучаю его цвет, изучаю его натуру. То есть я должен определить, какой одежды больше подойдет, спортивного, романтического или классического стиля. Эта коллекция называется «Айслу». Здесь сочетание именно ночных расцветок. Это белый, серый и черный. Коллекция состоит у нас из 12 моделей. Все у нас идет не обычный крой камзола, а сохранение традиционного камзола. И перемешку очень много у нас используется. Жабо, брюки с воланами и вот такие вот интересные шапочки. Все это было сделано вот вручную. Хороший модельер должен уметь практически все. В первую очередь он должен понять клиента не как клиент, а как самого себя, наверное. Бывает такое, что когда приходит артист и нужно им выглядеть со сцены, я прихожу в зал во время репетиции и стараюсь перенести себя на ту сцену, посмотреть глазами артиста, но в то же время я смотрю со глазами зрителя и должен понять, что будет приятно глазу зрителя и как это будет выглядеть артист в тот момент. Это наша новая коллекция, которая будет предназначена для артистов фольклорного ансамбля народных инструментов. Буквально она изготавливается из разных цветов и разных моделей, но все это объединяется в одно. Большое внимание будет в изготовлении этой коллекции уделено фурнитуре. То есть мы будем использовать и стразы, и пайетки, и благородные, и натуральные камни. Вот это вот у нас идет мужская модель, вот это вот женская. То есть это первоначально создается как бы шаблоны, а потом здесь уже дизайнеры у нас обходят все это бисером, камнями, стразами. И вот шапочка вырезается вот из таких форм. Вообще, я не думаю, что я пришел в эту профессию. Мне кажется, просто я с детства как взял вот в руки иголку и ножницы, я знал, что как-то вот так раз отрежешь, и что-то уже получается. Да, в подростковом возрасте как-то немножко профессия эта не приветствовалась. Мне приходилось прятаться то на чердаке и по ночам шить там какие-то себе вещи. В то время, в советское время, когда таких особо модных вещей не было. Сами знаете, буквально подросток, который переходной возраст, всегда хочет чем-то выделиться. И это у меня получалось. Первую вещь вообще я шил сам себе. Это была рубашка синего цвета с множественными карманами, отстрочка. Что меня удивило, я в то время даже не знал, как эта швейная машина должна идти, но знал, что раз строчки должны быть контрастные, должна быть ровная строчка. Ну, а потом я как-то уже потихонечку научился себе и брюки шить. Ну, то есть не шить, а сначала перешивать. И мной было очень много распорота вещей, которые уже никто дома не носил, но я давал вторую жизнь. Вот так я научился кроить и шить. Фактически у меня нет такого даже швейного училища, вот именно, чтобы я по швейному делу заканчивал. Но образование не просто не обязательно, оно желательно, потому что то, что приходится придумывать своим умом, образование буквально очное, которое вот уже и заставляет и рисовать, и шить, это уже большая база. А мне приходится все определяться своим трудом и в основном практикой. Мы сейчас делаем подборку цвета. В Гульмире обычно идет вот буквально горчичный цвет, золотисто-терракотовый. И как бы это очень актуальные цвета сейчас. Сначала мы подберем цвет, потом мы будем подбирать фасон. Это будет, скорее всего, сочетание цветов. Так как у нас шифон очень легкая ткань, это будет летящее, такое струящееся платье. Я хочу обратить внимание на то, что вот когда я прихожу куда-то, например, в гости или на свадьбы, как свадьба – это что? У нас получается полная демонстрация всяких разных платьев, разных нарядов. Обязательно в зале идет шепот, что в зале находится такой-то модельер.
начинают искать контакты со мной, подходить, просить создать там какой-нибудь костюм или что-то. Но единственное, свадьба – это место, где люди должны отдохнуть, пообщаться друг с другом, а не говорить о работе. Поэтому я особо не люблю ходить на мероприятия. Минусы в моей профессии – это постоянная нехватка времени. То есть буквально только начнешь вот что-то продумал, входишь в азарт, начинаешь кроить, начинаешь создавать, а тут раз – уже оказывается ночь. Я бы, например, убрал бы ночное время только для того, чтобы еще творить. Самое важное в нашей работе – подобрать для человека цвет. Если приходит такой человек, например, который сомневается, что одеть, скажем, на такое-то мероприятие, я всегда рекомендую попробовать сначала с белого цвета, потому что это, во-первых, классика, которая идет всю жизнь. Потом белый всегда придает смелость, и буквально любого человека белый цвет освежает. Потом я стараюсь избегать черного, хотя некоторые раз приходится, да, рекомендовать. Если я могу, например, месяц назад говорить, ни в коем случае черный не одевать, то в следующий раз, когда приходит человек, я говорю, да, тут надо уже черный. Бывает такое, что человек приходит с определенным цветом глаз и вот просит, скажем, одеть его в зеленый цвет, а тут мне женщина, например, предупреждает, а я одену линзы. И вот тут немножко бывает загвоздка, что нужно какой-то цвет такой нейтральный выбрать. Еще, знаете, есть такая практичность, что в данное время очень актуально применять три цвета. Три цвета, четыре цвета. Нужно подбирать такой цвет, который должен вроде бы и говорить о себе, но в то же время не кричать. А если не кричать, то это должен быть какой-то заявка, что я действительно стильно одета. Очень не люблю яркие цветные вещи, то есть вот, которые вот сейчас вот принты есть, большие цветы. То есть я стараюсь буквально подбирать сначала мелкие цветы и к нему что-то дополнять. В принципе, смотри, это японский шелк, он же нормальный? Да. Тут три оттенка, да, получается? Угу. Все три разные. То, вот что такой нужно. Вот, да? Да, именно вот этот оттенок. Да. Подай мне вот этот жемчуг. Или сбросьте на вот этот? Вот этот и вот этот тоже. Этот немножко вульгарный. Вот этот, по-моему, очень даже славный. К нему какие-нибудь пуговицы есть такие стильные? Вот этот вариант очень хороший, только он слишком яркий цвет. Он яркий, да. То есть это вариант вечернего платья, как бы с напуском, здесь драпировка. И завернем бочонком. Здесь сделаем большой цветок. Буквально здесь будет без рукава, здесь мы сделаем рукав. Красота. В моей практике есть два варианта клиентов. Есть те, которые приходят, видят, как они себя видят. А есть типаж такой, который вообще не видит, что они хотят и как это должно выглядеть. Во втором случае мы должны буквально почувствовать этого человека и не просто навязать, а убедить, как должен человек выглядеть. А вот в первом варианте бывает такое, что приходится спорить с клиентом. Не всегда легко переубедить, но когда видишь, как клиент видит результат, и видя его благодарные глаза, это вот как-то, знаете, это настоящее чувство счастья. В принципе, я не считаю, что это моя работа, я считаю, что это моя жизнь, а как можно свою жизнь не любить?